Как вор в законе бродяги жизнь спас. Я однажды встретил бывшего диссидента, который провел восемь жалких лет в советском исправительно-трудовом лагере. Находясь там, он заразился туберкулезом и оказался в изоляторе, в тюрьме, месте опасности и убожества даже по меркам советских лагерей. Кирилл был москвичом, интеллектуалом и евреем, все характеристики которого, скорее всего, привлекут к себе особые отношения со стороны тюремных надзирателей и их марионеток, которых он да называл тюремным словом «суки». Его жизнь была спасена одни вором в законе. От самых неприятных случаев, вор в законе предложил ему защиту в обмен на разговор и игры в шахматы. Не будет преувеличением сказать, что защита вора спасла Кириллу жизнь. Они были очень разные, но у них был общий принцип они отказались сотрудничать с советским правительством диссиденты бойкотировали правительство из либерального идеализма воры из древней традиции они считали себя честными это был мир который был согнут они заработали то, что у них было с кулаками и хитростью у них не было времени для мошенников в форме, которые использовали законы чтобы получить свой путь в советское время воры были использованы для перемещения вещей вокруг Теперь Кремль полагается на них, чтобы заполнить более значительные роли. Воры появились в царские времена, но именно советские лагеря создали свою субкультуру бандитский архипелаг минус как мафиози со всей страны узнавали друг друга обмениваясь методами и контактами. В сталинский период рассвета ГУЛАГа они были неприкасаемыми, слишком сильными для тюремных надзирателей. После смерти Сталина большинство заключенных были освобождены, что дало властям больше времени сосредоточиться на главарях банд. Коллаборационисты минус суки, были уполномочены преследовать их, что они делали с крайним предубеждением, пока не был нарушен кодекс сотрудничества. Друг Кирилла, Должно быть. Был редким аутлиером, потому что немногие воры все еще жили по кодексу к концу 1970-х годов, к концу Советского Союза, Преступный мир и Службы безопасности. Чекисты были взаимопроникновенны после того, как воры отказались от своего кодекса чести, а чекисты перестали притворяться честными. Это стало взаимовыгодной связью, имеющей важные последствия для того, Кем станет Россия? Воровская контрабанда восполняла провалы советской экономики, и их сети позволяли людям КГБ зарабатывать деньги. После краха 1991 года только две группы имели доверие и контакты, чтобы воспользоваться этой возможностью. Воры и чекисты, и все больше и больше не наблюдалось никакого различия между ними.